Михаил, я вас не вижу. Ну, давайте вот так вот, если хотите увидеть. А вопрос мы слышали, да, про 5 на 5? Конечно, конечно, конечно. Привет, видите меня? Только в одном клубе, который борется за Кубок Стэнли, нет российских хоккеистов, и нам будет легко болеть за Даллас в серии против Вегаса. А в серии Tampa Islanders мы ни за кого болеть не будем, только наслаждаться хоккеем. Матвей Мечков дебютировал в молодежной лиге и сразу же забил. Говорят, что этот парень через 2 года будет главной звездой российского хоккея. К сожалению, правила таковы, что в прошлом сезоне он не имел права выступать в профессиональном турнире, а летом Матвей сменил команду, переехал из Ярославля в Санкт-Петербург, где пообещали развивать нападающего и предоставить ему творческую свободу, а также все условия для тренировок. Ну что сказать, на уровне МХЛ за первый матч Матвею нечего стыдиться. Он был в меру наглым, нацеленным на ворота, открыл счет своим голам после крутого броска, имел еще несколько моментов, то есть выглядел совсем не новичком, хотя физически, конечно, не на идеальном уровне. Но мы не знаем про то, в каком состоянии готовились молодые в разных городах. Понимаем, что кошмар с вирусом там был сильнее, чем в клубах КХЛ, но не понимаем размеры. Главный тренер СКА-1946 Лев Бердичевский не наваливает на Мечкова все и сразу. Форвард вышел в третьем звене, да и провел на льду всего 14 минут. Но против весьма серьезного соперника, а питерская «Динамо» тоже имеет очень неплохой состав, Матвей не потерялся. Думаю, что вопрос перевода в первое звено к Спиридонову и Хуснутдинову – вопрос времени. Но гол дня вчера на счету Петра Яковлева из «Динамо» Санкт-Петербург. Ничего себе! И главное, что из «Динамо»-то его никуда не забрать, он уже в Санкт-Петербурге. Будем следить за ним, помимо Мечкова. «Спартак» потерпел 2-е поражение подряд, а «Динамо» из Москвы впервые показалось в официальном матче. Первую официальную игру «Динамо» ждали с нетерпением. Увиденное на Кубке мэра не впечатляло, да еще во время турнира Крикунов потерял 2-е звено, так как Линдберг и Пулкинин выбыли из строя примерно на одинаковый срок. Все наблюдали, как тренер ищет 2-е звено и понимали, что любой вариант будет плохим. Но против «Авангарда» 2-я тройка с Шиповым как раз действовала неплохо. Они единственный гол организовали, а если бы Тарасов использовал шикарный момент в концовке, то команда бы уехала из Балашихи с очками. Часть игры неплохо держался Брюквин. Проблема была с первой тройкой. «Они больше лечились, чем тренировались», — сказал Крикунов после игры. «Им еще нужно время». Это правда. Настоящее «Динамо» мы в субботу не увидели, и придется подождать еще пару недель, когда вернутся травмированные, а лидеры через матчи наберут форму. Только вот очки за этот период никто не вернет. Понравился вратарь Иван Бочаров, за плечами которого перед матчем с «Авангардом» было всего 2 выставочные игры 28 и 31 августа. Но даже так было видно, что он добавил, стал быстрее, что ли. Так что козыри у «Динамо» есть, и их немало, да и календарь позволяет пройти тяжелый отрезок с небольшими потерями. Шакир Махмадуллин открыл счет своим голам в КХЛ. Парню всего 18 лет, и он поразил ворота «Северстали». Теперь мы знаем истинное предназначение череповецкого клуба в этом сезоне. И последнее. Акбарс добился того, чтобы на их играх стадион заполнялся на 50%. Какие молодцы! Но, может, не стоило этого делать после матча с «Витязем», а? Я прощаюсь с вами и призываю всех путать числами. До свидания. Проиграли по игре. Вот, хотя статистика не такая страшная, но... К примеру, первый период времени в атаке всего проиграли 9 секунд, а по броскам 4:21 в створ.